У нас практически так же. Так, у нас Амстаф и Питбуль и кот Винченцо. Инна, а чего у тебя, где русская клава-то? Почему так? Мне неудобно читать. И на улице тоже котик, собаки никого не порвали. Ну, видишь, у нас по-другому. Юрий Данилов, привет, привет, Женя, привет. Мандаринка, я думала, ты молчишь, а ты сдерживаешься, все говоришь, если плохо. Конечно, я никогда в себе не держу, вы же знаете меня. Вы меня знаете, как никто. Я даже на эфирах не стесняюсь, если мне плохо. Не то, что плохо, если, вот, допустим, у меня вот охота сказать, я говорю, я никогда не прикидываюсь. Поэтому вот так вот. Нельзя держать себе, заболеете, девочки. Вот онкология от чего? От этого всего, от обид, от всякой херни. Это все психосоматика. Горло почему болит? Кстати, вот у меня горло больное место. Вот почему оно болит? Потому что ты, допустим, сглатываешь слова вот эти, получается, проглатываешь слова, и которые ты не выговариваешь. Печень почему болит? Тоже это подавленный гнев. Почки. Недавно читала в психосоматике, почему болят почки. Короче, там, блядь, вот вообще реально прям все совпало. У меня же все лето болели, они капец, все вообще тянуло. Сейчас все хорошо. Нигде ничего не пикает, не тукает. Спина болит. Почему болит спина? У нас же позвонок — это наш стержень. Это вот человек, когда, получается, не уверен, ну, не то, что в чем-то, в себе, не уверен в завтрашнем дне. Ну, короче, когда вот стержень его подводит, начинает болеть спина. Так, Верти Львина, что с участками продали или пока оставили? Какие садовые имеешь в виду? Садовых два участка еще есть. И на Воробьёва будем ездить, конечно, у нас. Ла-ла-ла-ла. Мандаринка, почему у некоторых мастеров ресницы не держатся, хотя материалы хорошие? Ой, там вообще много факторов. Во-первых, зависит от сцепки. Скорость сцепки бывает 0,5-1. Влажность должна быть определенная. Там очень-очень много моментов. Допустим, если она, это у нее скорость сцепки быстрая 0,5, а она пока ее, вот, допустим, макнула в клей, да, тихонечко донесла до твоей реснички, примерила туда-туда-сюда, клей уже начал полимеризоваться, ну и все, он уже там где-то что-то схватился не полностью и, ну, через неделю отвалился. Поле. Интересно, сколько примерно стоит одна комната или двухкомнатная квартира в Екатеринбурге в хорошем районе, в нормальном состоянии? В хорошем районе, ну, я думаю, ляма 3-4, наверное, однокомнатная. Если я не ошибаюсь, возможно, и дороже. Сейчас такие цены, это писос. Писос. Вероника Львишко, ты уставшая? Так она, ну вот, я очень уставшая. Пиздец, какая уставшая. Это нереально, какая уставшая. Екатерина, привет, давно вас не видела. Вы расстались с мужем, что ли? Ну да. Живем каждый свою прекрасную жизнь. Екатерина, сейчас пришла с магазина, цены пипец, но все выросли, гады, куда гнут, сволочи. Я не хожу в магазин. Только до конструкторского бюро. Булочка. Ну, блин, начинается. Алина, привет, дорогая. Привет, привет, дорогая. Дайте модераторов. Не надо, я никому не доверяю. Назима, здравствуйте, можно модера вам помогать? Нет, не надо. Мика, приветик, Алина. Привет, привет, дорогая. Не спам, Ваня, Владимир. Отстань. Никаких модераторов у меня нет. Видите, я люблю сама все контролировать. Так, Инна, нет, сори, пока сломался, нет русской клавиатуры. Очень-очень жаль. И тебе-то писать тяжело, и мне читать тяжело. Диди. Эльвина, если не секрет, как ты узнала про измену? Сколебали. Ну, у меня были подозрения. Женская интуиция, она никогда не подводит. Кверти, как считаешь, инвестиции в кладовки – это удачное вложение или не очень? Вот слушай, насчет кладовок я тебе ничего не могу сказать, а вот насчет паркингов, парковочных мест в этих, ну, в новых домах, вот уже знаю много людей, кто покупает, прям вкладываются. Угу. Все точно, психосоматика. Вообще обожаю читать психосоматику, просто, блядь, в голове не укладывается столько информации. Жизнь расставит все на свои места. Если это ваш человек, все равно будете вместе, все будет хорошо, красотка. Спасибо, нет, это не наш человек. София, интересно, если не подавлять гнев, а орать и драться, то нормально все будет? А мне кажется, спина болит, когда много на себя сваливаешь. Ну и это тоже. У тебя же получается, твое-то не вывозит. Ой. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Ну почему орать, драться? Можно же не это. Ну где-то можно и подраться. Только нормально себя веди без этого уголовного кодекса. Дома можно подраться немножко, чуть-чуть. Галина Львина, я не верю, что Олег ушел. Надоело уже, блин. Олег, давайте это без этого. Реально уже достал. Так, ты сейчас пока не будешь ставить ресницы? 26-го. Я вот сегодня себе подклеила вот здесь вот.